у нас есть несколько очень важных направлений, по которым мы развиваемся. И одно из важнейших направлений – это создание системы управления качеством медицинской помощи, которая должна быть независимой от субъективного фактора. Это сложная система, включающая в себя и безоговорочное исполнение порядков оказания медицинской помощи, и исполнение клинических рекомендаций, протоколов лечения, критериев качества, которые должны быть едины на территории всей страны. Это, безусловно, уровень компетенции медицинских работников. То есть то, что уже сейчас запущено, нам надо как бы завершить все эти преобразования. Система непрерывного медицинского образования. С этого года мы начинаем процедуру аккредитации как допуска врачей к медицинской специальности по каждому направлению. Важнейшее дело. И, конечно, я не могу не сказать о таком важнейшем направлении, как инновационное развитие. Вот из всех направлений медицины у нас есть, пожалуй, два, в которых мы сохраняем мировые приоритеты. Это инфекционное направление, вирусология, микробиология, вакцинология. Здесь мы, ну, реально впереди планеты всей. И второе. Важнейшее направление – офтальмология. Офтальмология благодаря нашим предшественникам Святославу Федорову, его ученикам.